Добрый день, вас вітає інформаційна служба телерадіокомпанії «Гомель». У студії для вас працює Євген Побаловець. Сьогодні у Білорусі почалося термінове голосування по виборах депутата Палати представників Національного сходу Республіки Білорусь. Прийти на виборчі участки можна до 10 вересня уключно, з 10 до 14 годин і з 16 до 19. З першими виборщиками зустрівся Олег Сентеров. Філіал номер 7 Гомельської сітки публічних бібліотек звичайно працює за 12 годин, але 6 вересня він відчинив свої двері на годину раніше. Справа у тим, що у будинку бібліотеки знаходиться участок для голосування по виборах депутатів Палати представників Національного сходу Республіки Білорусь. За 5 хвилин до відкриття участку всі члени комісії збираються разом. Згодно з протоколом, її старшиня Олена Давидовська демонструє пусту урну для голосування і ще раз кілька секунд скриню опечатують. У таким вигляді вона буде знаходиться до 20 годин 11 вересня, коли вибори парламентарів завершаться і почнеться подлік бюлетенів. На участку прогнозують, що активність населення буде значною. Участок вже достатньо серйозний. Жителі даного участка – це люди возрастные, они обычно активно принимают участие. Первые выборщики на 24-й участок Гомельской центральной выборчей округи приходят через 10 хвилин после початку дотермінового голосования. Кажут, что с выбором кандидата вызначились загодя подчас особистых встреч при проведении агитационной кампании. Основное потребование, как это был адекватный и инициативный человек, який здолее обеспечить головное – мирное житё и годный добробыт. Чтобы не было конфликтов между государствами, не было дружбы всегда была между людьми. Дети учились, наши внуки учились. А для пенсионеров спокойная жизнь и вовремя, чтобы мы получали пенсию. Участок номер 20 Гомельской центральной выборчей округи, размещенный у будинку 27-й средней школы. Члены участковой комиссии кажут, что первые выборщики пришли сюда просто 2 хвилины после открытия. Хотя наибольш значную активность подчас дотермінового голосования тут все-таки прогнозуют перед выходными, когда люди будут собираться на дачные участки. До речи, сёлета выборы парламентарию проходят по новых правилах. В один тур и без нижнего порога явки. Переможцем станет не той, кто отримает большинство голосов. Иншая справа, что проводить выборы у любым выпадку необходимо на высоком организационном уровне. В 27-й Гомельской школе сдолели гармонично сполучить проведение голосования и в учебный процесс. Единое, что пришлось изменить, унести некоторые коррективы у пропускную систему и притягнуть несколько наставников у якости волонтеров. Вахтер регистрирует тех, кто приходит к администрации школы. А люди, которые идут на избирательный участок, доступ совершенно свободен, достаточно гражданин, идя мимо вахтера, сказать, что я на избирательный участок. Вахтер, наоборот, даже поможет, покажет, что вот есть стрелочка, и вы по стрелочкам поднимаетесь наверх. Кроме того, у нас очень четко организовано дежурство педагогов на первом этаже, которые тоже могут и престарелому избирателю помочь сюда подняться, найти избирательный участок и каким-то образом отрегулировать пропускной режим в помощь вахтеру. Олег Сентеров, Евген Макеенко, телерадиокомпания «Гомель». Сьогодні на телеканалі «Білорусь-3» пройдуть чергові передвиборні дебати кандидату у депутати Палати представників Національного сходу Республіки Білорусь 6-го скликання. У 19 годин почнуться дебати поміж претендентами на місце у парламенті по Речицькій виборчій окрузі номер 44. З 19.15 дискусію будуть вести кандидати по Полеській виборчій окрузі номер 43. Протягуємо випуск. Вересень об'явлений місяцем безпеки в будівничих організаціях Гомельської області. У регіоні означається рост показників травматизму. Його основними причинами спеціалісти називають порушення працівної і витворчої дисципліни, правил охови праці. Не менше вплив оказує невиконання службових обов'язків відказними особами. Під час проведення місячника заплановані моніторинги дисципліни на будівничих об'єктах. Особлива увага буде звернута на забезпечення наймальниками контролю охови праці і фізичного стану людей, які зайняті на роботах зі шкідними і небезпечними умовами праці. Мобільні групи навідують практично усі об'єкти будівництва у кожному районі Гомельської області. Заплановані так само наради і семінари по охові праці. Белорусский «Червоний Криш» означает сегодня 95-годовый юбилей. За минулый час товариство занималось самыми разными справами, але завсёды они были накированы на оказание допомоги людям. Наши корреспонденты проехали по адресах, где в эти дни працуют медицинские сестры «Червоного Крыжа».
Беларускі чырвоны крыж дапамогу тым, хто мае ў гэтым патрэбу, аказвае з самага пачатку свайго існавання. У 1921-м жыхарам Паволжа, якія пакутвалі ад голаду. Потым ужо мясцовым жыхарам, хворым на сыпны тыф, халеру, малярыю, сухоты. Аб маштабах праблемы можна меркаваць па такой лічбе. На пачатку 20-х гадоў на тэрыторыі сучаснай Беларусі сыпны тыф рэгістраваўся ў кожнага 10-га. Пасля Вялікай Айчыннай стваралі санітарна-эпідэміялагічныя атрады, дапамагалі інвалідам вайны і шэфствалі над дзіцячымі дамамі. Тэма аказання дапамогі непаўналетнім увогуле стала для Чырвонага крыжа адной з галоўных на доўгія гады. З 1 верасня гэтага года ў Гомельскую абласную дзіцячую бальніцу штодзень прыходзіць сястра міласэрнасці, якую неафіцыйна называюць няняй Чырвонага крыжа. Яе задача – дапамагаць медперсоналу ў доглядзе за дзецьмі-інвалідамі, напрыклад, ці увогуле дзецьмі з цяжкімі захворваннямі. Самым маленькім яшчэ не мае года. Зараз у абласной арганізацыі набылі ноутбук, які так само установили у больницы для демонстрации маленьким пациентам мультфильмов. Покуль такая допомога на Гомельщине оказывается только у одной больницы. Але коли этот опыт будет признан удалым, его меркуется распаўсюдить и на іншие установы аховы здоровья. Вообще, конечно, это наша такая идея. Идея, если все будет прекрасно, то еще дополнительно взять таких нянечек на работу и распространить еще, да, добавить, если администрация данной больницы не будет против, то в эту больницу или же в какую-либо другую, где есть детки, которые нуждаются в такой помощи. Адзінокія і адзінока пражываючыя пенсіянеры – гэта тая катэгорыя нашага грамадства, якім Чырвоны крыж таксама аказвае пастаянную дапамогу. Медыцынская сястра міласэрнасці Святлана Глушакова да сваіх падапечных Іваны Марыі Есіповіч прыходзіць некалькі разоў на тыдзень. Неабходна і ціск памерыць, і ўзровень цукру ў крыві ўдакладніць, і кансультацыі па ўжыванні медпрэпаратаў даць. Апрача таго, такім людзям патрэбныя і простыя чалавечыя зносіны. Хоць увогуле быць сястрой міласэрнасці зусім нелёгка. К Марии Харитоновне, допустим, или к Ивану Петровичу, там, врача вызвать, да, где-то таблетки, что-то это самое, ну, давление померить, там. А вот уже с лежачими там потруднее, конечно, там более забот. Гомельская абласная арганізацыя Беларускага Чырвонага крыжа сёння гэта 50 штатных супрацоўнікаў, каля 2000 валанцёраў і 200 тысяч членаў арганізацыі. Накірункі дзейнасці самыя разнастайныя. Пачынаючы з 2014 года, напрыклад, дапамога бежанцам з Украіны, якім выдаюцца ваўчары на адзенне і харчаванне, а таксама аплачваецца лячэнне. Хоць і спіс беларускіх грамадзян, якім патрэбна дапамога Чырвонага крыжа, таксама не маленькі. Гомельскі Красны Крест сейчас в первую очередь оказывает помощь, конечно же, одиноким, одиноко проживающим инвалидам, пожилым людям, многодетным семьям, тем, кто нуждается непосредственно в нашей помощи. Олег Сенцюров, Ольга Коновалова, Валерий Гапанько, телерадиокомпания «Гомель». Сёння 14 гадоў з дня заснавання азначае Беларускі Рэспубліканскі Саюз Моладзі. Одно з самых шматлікіх грамадскіх аб'яднанняў у краіне зараз налічвае 500 тысяч маладых людзей. На Гомельшчыне членамі БРСМ з'яўляецца каля 80 тысяч чалавек. Адна з галоўных задач – працаўладкаванне моладзі, што з'яўляецца працягам студатрадаўскага камсамольскага руху. Дарэчы, па выніках апошняга працоўнага семестра абласная арганізацыя БРСМ стала лепшай у Беларусі па колькасці працаўладкаваных маладых людзей. 15 тысяч чалавек увайшлі ў састаў працоўных атрадаў і яшчэ 6 тысяч у валанцёрскі. Самым популярным накірункам з'яўляецца сельскагаспадарчыя атрады. Основная масса молодых людей трудится на уборке урожая. Вот сейчас и активно принимали участие и в уборке зерновых. Сейчас сентябрь-октябрь пойдет уже уборка овощей. И здесь мы тоже не останемся в стороне. Студенты наших вузов и школ будут свободны от учебы времени принимать активное участие в уборке урожая. Дать возможность заработать свой первый рубль молодому человеку – это не только и материально его поддержать, но и в то же время воспитательный момент. Поэтому мы здесь уделяем очень большое внимание. Не покидая поза увагой Белорусский Республиканский Союз Молоди и доброчинные справы. Одна из недавних акций – у школы с добрым сердцем. Яе мета – допомогать детям с малозабеспеченных семьев подрыхтоваться до школы. Больше за 300 детей отримали до початку нового навучального года школьные принадлежности, собранные активистами БРСМ. Школьное харчевание обмеркуют сегодня гости вечернего шоу «Добрый вечер, Гомель».
як распрацоўваюцца нормы харчавання, якія стравы з'яўляюцца любімымі ў школьнікаў і якія новыя рэцэпты прапануюць повары ў новым навучальным годзе. На гэта іншыя актуальныя пытанні адкажуць эксперты праграмы. У другой частцы вячэрняга эфіру гледачы пазнаёмяцца з жыхарамі гомельскага кантактнага зоапарку. Глядзіце праграму «Добры вечар, Гомель» сёння ў 19:30 на тэлеканале «Беларусь 4». Гэты выпуск завершаны. У студыі працаваў Яўген Пабалавец. Усяго добрага і да сустрэчы ў эфіры.